Очередной случай отравления угарным газом семьи из 5 человек произошел в Махалле Дустли Каттакурганского района Самаркандской области. По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, трое детей скончались, отец и мать госпитализированы. Отец детей 1986 года рождения и мать 1991 года госпитализированы в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Дети в возрасте 8, 4 и 1 года скончались на месте происшествия. Причину смерти от отравления угарным газом подтвердило заключение судебно-медицинской экспертизы. Оказана неотложная медицинская помощь отцу и матери. По данному случаю со стороны прокуратуры Каттакурганского района ведется доследственная проверка. Она будет проходить 15 дней. В течение этого времени мы объявим результаты заключения общественности.